я убежден, что Россия имеет бездну оснований для того, чтобы гордиться тем или другими вещами, а какими-то вещами стыдиться. Например, мы должны гордиться, что мы выжили, несмотря на все демократические реформы, которые нам навязали в эти 20 лет. И нам надо стыдиться того, что мы не дали по рукам жуликам, которые за эти 20 лет растащили народное достояние и часто продолжают это делать. Нам нужно гордиться тем, что мы, пусть уже в уродливом виде, но сберегаем опыт русской советской школы, образования. И когда его сегодня ломают, значит, есть что ломать, есть чему им у нас завидовать, почему они хотят ликвидировать эффективную, самую эффективную систему образования в мире, как это было признано в конце 20 века. Нам есть чем гордиться во многих вещах, в том числе, что мы наконец начали сегодня грамотно соединять традиции и опыт прошлого и современные научно-технические достижения. Нам не нужно пытаться вернуться в прошлое, но нам нужно учесть его опыт и его достижения. И, конечно, я считаю, что нам прежде всего надо гордиться тем, что сохранился русский дух и русский характер, который все нации нашего государства объединял на протяжении столетий и объединяет, и будет объединять, потому что он в основе возрождения России.